чтобы выйти на тех айтишников, которые бы помогли сформировать такой мощный портал, образовательно, семейный и так далее. Да? То есть, ну, чтобы, понятно, у нас нет Прохорова, который финансирует дождь, но было бы и там тот же телеканал «Живи», да, как в этом русских. Спутниковый канал ЭКО-ТВ, по-моему, есть. Это владелица как раз вот этого турсырья контор, да, который. То есть вам нужно уметь даже не через меня, а просто напрямую выходить, как-то это не вам не так сложно. И делайте. Какие-то все-таки входы, контакты, мы принимаем, да, с кем, какие вопросы там у тебя Все на следующей неделе сидят уже, вот сейчас уже председатель на выборе. На следующей неделе точно. Все там. Да, есть там медийный коммуникатор. Это Оксана Бравко, она на прошлой неделе мобилизовалась, Свидома. Да? Ну и Аня Бурдина. Да? То есть это вот те наши главные коммуникаторы, которые через многие СМИ работают. Если вы берете на себя какую-то тоже функцию, вы просто говорите, друзья, мы берем там какую-то функцию тоже. Так с ними просто согласуемся, да, и все. Есть. Бурдиной точно есть. И Оксана Бракон, но это не спинная. Известная. Она со мной делится. Вот какие еще вам нужны контакты? С кем контакт еще? Мехет есть на сайте. Чьи контакты? Есть опять же тот же мастер-класс у Мира, Ирочка, она, вот это, по классической музыке и, ну, вообще коммуникатор с мастер-классом. Понимаете, в чем? Там, в принципе, это обсуждаем, потому что, условно говоря, там не детская программа, она может сформирована как некий коворкинг, потому что там происходит детская программа до 6, вечерняя программа, это мастер-класс, и там могут быть, соответственно, такие крупные столы. Там же будет, я предложил там поставить эту студию. Но это нужно согласоваться с куратором программы мастер-классов. Тоже есть координаты на сайте. Не помню, там Олег или Антон, кто-то из них. И включаться будет. Расписание когда? Оно формируется, я думаю, что программный основной директор, это у нас Ира Горбани, она вернется завтра из Парижа. Ира Горбани. Ну, в принципе, сейчас программа где-то процентов на 80 сформирована уже. И начнем выдавать на гора, я думаю, что уже на этой неделе выбрасывают и на сайт, и на партнерам. Там есть такая информация, Алена Горбачка тоже, ну, второй там.